Мы в Сечурском мире под председательством Касым Жомарта Токаева состоялась 6-я консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Отметим, что страны Центральной Азии подписали документ, направленный на развитие региональной кооперации. Об этом сообщил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Алтани, прибывшим с визитом в Анкару. Обсуждены состояние двухсторонних отношений, агрессия Израиля на палестинских территориях, региональная и глобальная тематика. Золотые медалисты Олимпиады поддержали самого харизматичного турка. Серебряный призер Олимпийских игр в Париже по стрельбе из пневматического пистолета Юсуф Тикеч вдохновил спортсменов делать пародийные фото. Кыргызстан начнет строительство крупнейших в мире плавучих солнечных станций. На поверхности водохранилища установят специальные платформы со солнечными панелями. Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании в сфере кибербезопасности. Согласно данным Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, меморандум был подписан в рамках рабочего визита в Казахстан. Документ предусматривает совместную деятельность в области информационной безопасности и кибербезопасности, а также обмен данными и опытом между сторонами.